Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарка и Валентина Ивановна. Добрый день! Давно уже нам писали, чтобы мы вам рассказали, сколько мы платим за коммунальные услуги. За воду, за газ и за свет. Сейчас я вам, ребята, объясню. Дело в том, что нам не надо каждый месяц ходить и где-то платить. Делается это в Германии именно в частном доме, как у нас. Не говорю про всех, ребята, нет. Может быть, в каждом регионе как-то по-другому. Мы рассказываем про себя, то, что у нас свой частный дом, и у нас это все происходит раз в год. Вот приходит такая бумага, как я вам показываю. Здесь нужно просто все данные заполнить, данные счетчиков, и отправляется по почте в Штатверк. Да, Штатверк, я не знаю, как это будет по-русски. Вот. Ну, хоть мы, все это мы заполняем именно на этом листочке. Берем все данные наших счетчиков и туда отправляем. И потом нам приходит перерасчет и все дела. Не надо нам каждый месяц ходить, платить. Никто не ходит, не проверяет. А бывает, они когда еще счетчики меняют, тогда они перепроверяют все это. Это возможно, допустим, у нас счетчик когда на свет 10 лет тому назад проверяли, на воду, они тоже когда-то счетчик тоже меняли, и сразу фильтр на воду меняли, это лет 5 назад, наверное, Валя, было, они тогда тоже перепроверяли, то есть они еще раз все эти, как счетчик снимали. Да, последние показания счетчика они записывали. Последние показания они брали. И если вы сейчас будете писать там, что можно, конечно, обмануть, там писать можно меньше, ребята, вы можете писать меньше. Но в итоге, потом все равно, они, когда снимут показания вашего счетчика, в итоге, да, когда они будут его менять, допустим, они все увидят, что у вас будет большая разница. И все равно вам потом надо будет доплачивать. Вот. Сейчас мы попробуем вам объяснить. Валентина Ивановна сделала так, что мы даже платим больше, чем положено. Это смело, можно мы перечисляем на банковский счет, а она всегда делает чуть больше. То есть это лучше переплатить, ребята, сразу вначале чуть-чуть побольше, когда они сделают перерасчет, если даже получается так, что мы много больше переплатили, а они потом на следующий год опять сделают перерасчет, и допустим, возьмут это в первый месяц или в первый квартал, и деньги пустят как в оплату за нашу коммунальную услуги. Услуги, да. Поэтому желательно лучше платить, конечно, побольше. Нам, конечно, в принципе, по барабану, у нас деньги, в принципе, есть, и поэтому даже если мы где-то что-то перерасход у нас получился, мы можем и потом заплатить уже, да, если мы будем под минус идти. Но лучше, конечно, платить всегда маленько чуть вперед, потому что если вы будете переплачивать, допустим, 5-10 евро в месяц больше, она незаметна, чем потом, когда вам придет, допустим, в конце года, допустим, 500 или 600, вам надо будет еще к этому еще заплатить. Тогда это будет ощутимо. Поэтому самый лучший вариант, мы так всегда и делаем, мы лучше платим маленько чуть побольше. Ну а потом посмотрим, если мы больше израсходовали, значит, будем доплачивать, значит, меньше, значит, перерасчет сделать все. А вот, допустим, это электроэнергия, да, Валя? Да, это электроэнергия. Вот, 22 цента за 1 киловатт, видите, да? Сейчас у меня свет неправильно стоит. Вот. Потом про газ. Газ в Германии тоже считается все-таки не в кубах, а в киловаттах. Но так как у вас считается, наверное, в кубах, мы посчитали как в кубах, да, Валя тут где-то посчитала. Да, а у нас после этих кубов переводится в киловатты. Это газ. Ну вот, а мы, допустим, взяли, это как за куб, да, Валя, идет? Да. Вот один куб у нас стоит 50 центов, да, получается? Да. Вот видите, как один куб получается 50 центов. Ну, Валя здесь посчитала. Но если переведите в киловатты... Киловатты 4,61 цента. Вот видите, вот если переведите в киловатт, получается... Это 4 цента, да, киловатт. 4,61 цента. Я не знаю, как ребята там переводится правильно в киловатт, хрен его знает. Это сколько... Это игра, все равно. Как было, не было, потому что вы хотели в кубах, вот мы за кубом платим 50 центов.
И это, по-моему, общий подсчет, да, или нет? Да, Тух, это теперь они нам по нашим данным посчитали и вывели, сколько мы на 2018 год должны оплачивать, например. За свет вышло, что мы должны 132 ОИР оплатить. Да, вот это за свет. За свет. Да, это именно в этом году. На 2018 год. Это за, ребята, это за месяц. За месяц. Свет только. Это за газ. Подожди, 132 евро мы платим за месяц за свет только, ребята. А теперь он сделал все. 91 ОИРа нам за газ надо платить. За газ тоже за месяц мы платим. Что там, какие-то бумажки еще так. есть? Так, это у нас, ребята, идет за воду. Мы тоже платим 24 евро за куб воды, да? Нет, 24 это наш месяц платить. А 1,99 ОИРа кубометр стоит. Вот, ребята, за куб воды стоит 1,99. То есть имеется в виду входящая вода, а выходящая сколько там стоит? Это дорого? Да, дорога, обратка идет намного дороже. Ребята, видите, я думал, что какая входная, такая выходная. Получается, у нас входная была сколько там? 1,99. 1,99. А выходная, то есть, которая в канализацию сливается, почти 4 евро за один куб. Так что, вот они так и считают. А получается, имеется в виду, сколько мы использовали за год, да. За год, ребят, смотрите, за электроэнергию мы за год заплатили 1500 евро. Второй идет газ у нас, 1006, 060. Потом идет вассер, вода идет, 283, это которая вода входит, да, Валя? Да. А которая выходит, 431. И в итоге нам надо было 3328 ОИРа оплатить. За год, ребята, мы оплатили 3300 с копейками. Но, как Валя говорил, что мы платили маленько больше. И тут разница получается, что нам все надо было 3 евро еще доплатить. В январе месяце он... Да, ну понятно, мы сейчас просто имеется в виду. Вот, ребята, у нас коммунальные услуги за год получились 3328. Это коммунальные услуги за год. Ну, конечно, может быть, Володя, кто-то меньше оплачивает, кто-то дело. Больше, кто-то экономит больше, кто-то, может быть, еще больше. Мы все это на своем примере. Ребятки, еще раз вам говорю, что это мы говорим только на нашем примере. То, что у нас частный дом, это не обозначает, что в Германии у всех так. Нет, ребята, это неправильно. Если много экономит, сейчас даже, ребята, пишите в комментариях, кто живет в Германии, платите ли вы 132, да, по-моему, за свет в месяц? 132, по-моему, да. Такого редко кто платит. Ну а что, Вальдемарка богатый, что на Ютубе зарабатывает. Шутка. Метелка, гребешь. Лопахой. Все, ребят, сейчас пойдем смотреть наши счетчики. Я просто хочу показать, как выглядят наши счетчики. Иван Киноман будет записывать. Но это я вам показывать не буду, что она будет записывать. Просто мы покажем, как счетчики выглядят. Для этого мне нужен будет фонарик, потому что все темновато. Вот у меня есть такой фонарь, который уже, наверное, 2 года у меня лежит. Покупал бы тоже в Лидле, по-моему. Давно хотел, ребята, я сделать. Сперва был... Нихрена это дело. Ребята, я хотел бы сделать обзор на этот фонарик. Фонарик какой-то вот на магнитике, его можно цеплять на железо и так далее. Вот у меня вот идет заряжалка, но это не обзор. Просто хочу посмотреть, работает он или нет. А Тереван сказал, что он не работает. А я помню, как-то у меня он сам по себе загорался. Теперь не знаю, где даже включается я его. Все, говорит, пойдем посмотреть. О, еще какой-то другой. Все. Ой, ребятки, у нас это такой счетчик нашего электричества. Но он уже обновленный, по-моему, в 2008 году его поменяли. Раньше у нас стоял счетчик, 2 счетчика стояло. Один был как на день, другой на ночь. То есть ночное электричество было дешевле. Поэтому стояло тут 2 счетчика. Оно его меняет, надо будет, по-моему, дороже платить, давай что такое. Там небольшая разница. Да, но поэтому мы сделали так, чтобы он один был. А раньше было на 2 счетчика. Вот такой счетчик. Видите, он тоже работает, крутится. Это именно электроэнергия. Это у нас такой щиток стоит именно в доме.
Ребятки, не удивляйтесь. Это мы находимся теперь у меня в кладовке. И мы тут в нашей фанере. Это еще бывшие хозяева сделали. Видите, там даже паутины есть. Ну, как положено, да? И после такого сделали шкафчик. И вот это вот у нас газ. Не видать, да, наверное? Вот здесь счетчик стоит. Надо попробовать приблизить. Это вот на газ счетчик. А тоже нам счетчик уже, по-моему, тоже поменяли, да, Валя, были? Когда да, меняли, у нас же... Когда газ бежал у нас да. Тут. И тут у нас... На воду. На воду. Вот, ну, видите, когда он был здесь. Как правильно, чтобы было свет отвечать. Вот здесь на воду, ребята. А и вот тут у нас вот стоит, вон, видите, вот фильтр, да? И у нас, по-моему, лет 5 назад меняли. И все это тоже было бесплатно, даже фильтры бесплатно поменяли, и счетчик поменяли вот этот внизу, именно на воду. И я не стал делать первый, ну, что, снимаю тоже они показания, и поэтому, ребята, никогда не обманешь, и даже вам не советую обманывать, потому что вы там пролетите сами. Как вы заметили, ребята, смотрите, вот это у нас, эти вот трубы, видите, обматанные фольгой, это холодная вода. Между прочим, ребятки, никогда сама труба не потеет. То есть конденсата нету. Поэтому вам советую обмотать вот такой фольгой. И тут видите, даже сырости нету. Понятно, что здесь не так чистенько. Это же кладовка, видите? И все вот это обмотано, значит, фольгой такой. И отлично получается. Может, батареи когда-нибудь сгниют? Не батареи, вот трубки эти. И вот тоже. А мама, еще за кран тут у нас такой. А, тоже общий газ идет. Общий газ идет. Общий газ тоже идет. Видите, он газ сюда пошел. Ну, слава заходит. Они потом новые меняли, видите, все даже видать, что это все новенькое поменято. Просто такая была та ситуация, я был почувствовал, что пахнет газом. Мы позвонили, они приехали. И это самое. Надо было менять, значит, это резинки кое-где. В двух местах они поменяли. Я говорю, а что вы тут поменяете, говорю, сразу везде. Тут видите, как колен-то много, да, вот тут колено, там колено, видите, насколько колено, да? Я говорю, поменяйте с собой в этих, во всех коленах вот этих вот, допустим, да? Они, это стоит, мол, за одно колено там по 3 евро. Я говорю, хрен с ним. Я говорю, давайте поменяйте. Я говорю, то завтра опять газ побежит. И куча ребятки, когда они меняли нам, значит, на этот счетчик, ну, то не то, что счетчик, а то, что там газ пускался. Ага, и как я уже вам сказал, там кое-где проходил газ, а на других именно этих уголках они не хотели менять. То есть это надо экстра деньги еще платить. Я им сказал, да я заплачу, поменяйте везде. Какой смысл? Сейчас это самое, вы уедете, а через 2-3 дня у меня в других коленах опять начнется самое газ пропускать. Они говорят, все, эти базара нет, там 3 с копейками, по-моему, за один сальник нам надо заплатить. Они мне сразу везде поменяли. Поэтому я тоже считаю, так лучше сразу поменять, чем потом вызывать. Только за один вызов там не важно, 70 и сколько евро стоит. Yeah. Только за вызов, потому что мастер приедет. Поэтому лучше я сразу по 3 евро еще заплачу, и это будет нормально. Все, ребятки, на сегодня будет все. Давно вы уже просили, чтобы мы сняли, сколько у нас стоит газ, сколько у нас стоит вода, сколько у нас стоит значит, электроэнергия. А как раз вчера получили письмо, я думаю, Валентин Иванович сказал, давайте мы сейчас видео запилим, снимем и данные потом Валя отправит. Поэтому мы вам сняли такое видео. Ребята, еще раз повторяю, это пример только именно на нашу семью, на наш дом. Поэтому у всех все по-разному. Кто больше использует, кто экономит. Я знаю людей, те, которые свет не включают, те, которые батареи не включают, сидят в куртках. Экономит, наверное, каждой копейки. Поэтому, ребята, мы не экономим. Потому что доход у нас есть. И я считаю так, что, допустим, для чего мы тогда работаем, для чего мы живем. Я считаю так, видите, сейчас я сижу в футболке, у нас тепло. Свет везде горит. Ну, это, конечно, не обязательно. Я тоже ругаю, если, допустим, в комнате никого нету, а свет горит. Вода еще просто так бежит, я тоже считаю, смысла нету. Можно по-любому, конечно, сэкономить. Базара нет, ребята. Если, как говорится, нужда заставит, поесть там можно притянуть и можно сэкономить. Это по-любому. Ну, допустим, если
Ну, позволяет тебе доход, да, ну, мы такие вот, электроэнергия, у нас везде компьютера стоят. У меня компьютер включен, лептоп включен. У Валентина надо лептоп включен, у Рихарда компьютер включен, бывает, он еще и лептоп включает. Поэтому еще и телевизоры, и так далее, и так далее. Поэтому электроэнергия, ну, мы для этого и живем. Потому что, ребятки, желаю всем здоровья, счастья, удачи. Всего вам самого доброго, хорошего. Ставим лайки, балалайки. Я думаю, что вы все-таки дождались того видео, которое давно уже посетовали на эту тему. Все, пока. С вами Вальдемарка и Валентина Ивановна. Пока-пока. Ребята, кто хочет заказать рекламу, смотрите внизу в описании. Там есть ссылка. Понимаете? Ссылка в описании.